Прошлое видео у нас с вами было о кедре или как, сосне кедровой. Что же полезного, кроме орешков кедровых, можно получить от кедра? Недавно я столкнулась с таким препаратом, который называется кедровая живица на кедровом масле с применением прополиса. Что это и для чего его можно использовать? Это натуральный природный комплекс на основе кедрового масла, живицы кедра и прополиса. Состав такой: 60% кедрового масла, 30% кедровой живицы и 10% прополиса. Кедровое масло делают из орешков кедровых, содержит уникальный комплекс витаминов, минералов, белков, жиров, полинасыщенных кислот. Живица кедровая – это природный компонент, который обладает ранозаживляющим, антибактериальным, противовоспалительным и противогрибковым действием. А прополис, как вы знаете, очень полезный, содержит 50 органических компонентов и минеральных элементов, около 10 важных витаминов, оказывает также противовоспалительные, антимикробные и противоинфекционные действия. Комплекс кедрового масла, живицы и прополиса положительно действует при простудных и воспалительных процессах. Это кашель, воспаление в горле, бронхиты, при желудочно-кишечных расстройствах, при долго не заживающих ранах. Принимают как внутрь, так и наружно. Внутрь половины чайной ложки 3 раза в день за 30 минут после еды. Почему я рассказываю об этом комплексе? Это не реклама. Совсем недавно я столкнулась с простудой. Появилось першение в горле, начинался кашель. И я решила попробовать вот этот удивительный комплекс. И вы знаете, через пару дней я была уже, как говорится, в форме. Кедровая живица на кедровом масле с добавками, кроме прополиса, могут быть такие еще уникальные добавки. Это живица, кедровая живица на кедровом масле с алоэ, с жиром барсука, с каштаном, бобровой струей, лапчаткой, с мумиё, сабельником, зверобоем. То есть каждый может найти для себя что-то полезное. Попробуйте этот комплекс. Это все натуральное, и я думаю, что поможет. Попробуйте. И будьте здоровы! С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Берегите себя! Подписывайтесь на наш канал, мы всегда ответим на ваши вопросы, на ваши комментарии, ставьте лайки, и мы рады новым друзьям. До новых встреч!